Хей, йоги, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands 2. И именно Торг начинает Месилова. Сейчас немного профризер. А пока разберемся, куда мы с вами пойдем. Нужно зайти и забрать задание. О, так, у нас, кажется, 4 сделанных заданий. А, выглядение собаки. Кратер безбашенности. Подождите, а где это? Кратер безбашенности. Утины. Это утины. Так, пожиратель бензина. Это в бар, да? Так, Мокси. Ладно, давайте пока сюда сбегаем. Возьмем задание. Ой, а тут что у нас еще? А, ну это... Нам сейчас не нужно. Так, машину взять. Выгулять собаку. А где собака у нас была? Подождите, я что-то не помню. Так, грузчик. Телепортироваться с бочками. Телепортироваться, взять. Ой. Так, скорее всего, мы еще в этой серии с вами апнемся. Конечно, не точно, но все же. Шансы большие. Так, я вижу еще один восклицательный знак у нас на карте. Так, Тина. Я купила щенка, его зовут Эрика. Он такой прелестный зачёныш. Угу. А мы же, кажется, его выгулили, разве нет? Так, а где он на карте хотя бы? Подождите. Хорошо, давайте тогда сразу еще сюда загоним. А, там наш с гонки, да, кажется. Так, Бонни, смертельная гонка. Да, это там смертельная гонка. Хотя... Живым или мертвым? Подождите, мне нужно понять точно. Да, там гонки. Так, а значит, у меня еще здесь не изученная локация. Ладно, погнали песика выгуливать. Погнали выгуливать песиком. Так, это бар Мокси. Нам немного дальше. Найдите Энрика. Найдите Энрика, не убейте Энрика. Как его так выгулить, чтобы не убить? Энрик. Вот он! Чтобы согнать выгнанный Эрик, откройте его клетку и проведите его по его любимым точкам. Но только... Лакая Шенкоис, его радость отлежит тебе лицо до костей, если ты что-то там. А, так он еще плюс меня атакует. Поехали, за мной. За мной, давай. Ой, главное, чтобы его еще не убили, значит. Так. Клянусь Торгом, быстрее. Ну, я на машине же, в принципе, тоже, да, могу? Не обязательно, что... Давай сюда. Мне главное, чтобы недалеко. Ну, видите, он просто как бы за мной бежит. Поэтому у меня хватает времени, чтобы убить тех, которые на машине выезжают.
Так, она дышит тебе в спину. Беги, беги, беги. Вернусь домой. Поехали. Ну понятно, что она, скорее всего, жесткая, но она не жесткая. Что это за маленький щеночек? Это Энрика. Но я мог, по сути, его убить тоже. Ну, блин, я не буду его убивать, алло. Но сейчас возьмем щит и свалим отсюда. Так, или заодно съездить в этот. С вами, в эту точку, посмотреть, что здесь. Давайте так, наверное, туда и съездим. Потому что там, скорее всего, другая часть локации, в которой я не был. Да, там я точно не был еще. Непонятное место, скорее всего, там тоже будет какое-то задание. Так, сначала вернемся к Тине. Сначала к Тине. После поедем в бар. А, у нас еще на доске объявления есть точно задание. Забыл. Вернемся еще к доске объявлений. И вернемся еще к доске объявлений. Так, а что-то здесь этот Эриди вообще не падает. Подождите, сколько у меня Эридии? 49. В принципе, еще если один Эридий найду, но точно уже не в этой локации, то смогу апнуться. Ну, апну себе, скорее всего, снайперку. Потому что пистолет, я вижу, здесь такой хиловатый. Так, тихо. Не врезаемся. Чё? Найс, прогруженные ящики. GG. GG. Летаем в воздухе. Так. Пипец, а чё ящики летают? Я что-то этого не замечал, когда мы в прошлой серии играли. Да, что херово. Как ты херово. Да где там моя бочка? Так, теперь вернуться к Мокси. Он немного машину поцарапал. Ладно, и так сойдет. Но плохо то, что тут нету разрушаемости. Плохо, плохо, плохо. Безбашенный кратер бар. Так, тебе. Перезарядка, емкость магазина. Хорошо. Плюс левел ап. Так, первое. Дыхание. Нафиг надо. Дальше. То же самое, что и у нас, только немного улучшенное. Одеваем. Так, Мокс, теперь ты. Так, глава. Я выследил бойца под вторым номером в рейтинге. Его зовут Комар. Отправляйся в кузницу, что-то там. Так, ветеран-эксперт у нас. Их разыскивает полиция, живым или мертвыми. Пару пугал остальных участников турнира «Солнышко». Будет с тобой, мы точно с тобой друзья, и я украю что-то там для тебя. О вашем розыске расскажет в другой арене, чтобы...
Что-то башка болит. Черт. Так, ладно. Захотел выдохнуть. Мы смотрим, как искатель хранилища направляется к кузне на битву с комаром. Ничего не оставит нашего искателя. Хранилище на пути к цели. Ничто. Дверь заперта. Вот это поворот. Дверь заперта? Прекрасно. У охранника Торга наверняка есть ключи. Иди на арену и выгради из-за его сельства служебной так безопасности. Так, посетите... Что? Посетить? Южная петля. Подождите, где эта южная петля? А я был там? Чё-то я не припомню. А ну-ка. Давайте туда съезжу. Если я там был, значит, мы что-то выполним. Что-то горело, воняет. Так. Мечета отдачи, граната РПГ. Блин, может это вкачать на раз? Давайте на раз скачаем, чтобы было активно сразу, видите, четвертого у нас. Сразу четвертого. Так. Телепортация. Погнали. Потом сбегаем на арену по сюжетке. Кажется, я там не был. Или был? Так, давайте... Кажется, мы там это убивали. Тачка Мати, да? Или нет? Да. Да-да-да. Так она и есть. Так, ладно, давайте тогда начнем с самой дальней, я думаю. Начнем с самой дальней. Поэтому сюда. Там, кажется, городок, да, типа, либо типа того что-то. Мини-городок. Блин, я не понимаю, а что там было у нас? Какой-то город. А какой? Их его вспомнишь. Я вообще не помню. Ладно. А можно попасть? Найс. Найс. Короче, держу в курсе. Короче, держу в курсе. Нафиг надо, побежали. I kill you. Готово. Ладно, снайперка. В смысле? Блин, там так нужно дергаться, чтобы грохнуть. А, плакаты? Нужно развесить их или что? Походу да. Походу нужно их развесить. Тихо. Змейкой, змейкой, змейкой. Так, помчали. Все равно хп у меня восстановится по-быстрому там. Ну, блин, что-то патроны рели на снайперку как-то заканчивается быстро. Так, здесь у нас базука. Нужно на базуку еще где-то купить патронов. По-быстренькому все сделать. Все сделать по-быстренькому. Тихо.
Здесь плакатик. А, что за стрел? Здорово. Так. Дальше у нас, кажется, город, где с игроманом мы дрались. И потом место, где мы вообще даже не были. Так, быстро забежим. Ого, я уже вижу, куда можно повесить. Быстро забежим, даже не буду никого трогать. Они даже не... Вообще-то военные я не слишком люблю, но даже признаться... Вау! Так, остается у нас один. Амки мы даже не были. Повесить плакат с изображением Майи. Че, погнали. Давайте я лучше машину немного возьму туда. Чтобы ближе было. Ой, так машина ломается, ё-моё. Я думаю, что такое? Что она не хилится? Так, а это у нас еще не изученное место. Я не знаю, почему, типа, первый выстрел вообще без каких проблем. А последующие жутко дергаются. У меня таких проблем не должно быть. Я же там все вкачивал в этот. Чтобы не дергалось, короче говоря. Тебе нравится? Чтобы не дергалось. Ну, снайперку я не менять на какую другую не смогу, алло. У меня нету. Нет. Просто-напросто у меня других снайперок нету. Ой-ой-ой. Так, из него шлаковая оружка выпала. Еще один. Так, ладно. А, где-то наверху. Ух, тихо, тихо. Ладно, просто побежали. Сколько здесь бочек? Пипец их здесь. О, здрасте. Здравствуйте. Так, плакат, плакатик. Я... Было бы парнем, сказала бы... Держите меня что-то там. Как всемогущий, это искатель хранилища просто безумно. Но... Это не важно. Мы все равно их перебьем, верно, ребята? Верно? Дело сделано, солнышко. Теперь гладиаторы на арене будут знать, с кем имеют дело. Возвращайся. Так, изи.
Мне кажется, тут еще несколько серий, потому что уже много топ-миссий мы почти сделали. Скорее всего, уже все. Остались только сюжетики. Только сюжет миссии. И все. Изи будет. Изи, просто изи. Так, стоять. Ч-ч-ч-ч. А, мне все равно на арену ехать. Нормально. То все равно нормально. Еще одна. Интервью с искателем хранилища. Не следуйте недооценивать пиар. Привет, солнышко. Я дала несколько рекламных интервью, чтобы рассказать тебе пределы больших боев с пистолетом. Пропал ты же далеко их, правда? Найдите пропавший с эхом. Ох, боже мой. Вот единственный вид миссий, которых я ненавижу, это бегать по всей давай локации и щиту и то. Так, давайте так посмотрим. Хотя давайте, наверное, все соберем. Туда вообще ничего тоже не ездил. Все соберем и пойдем сразу в сюжет комару этому. Сразу пойдем к комару. Мокси, зрители говорят, что ты твой искатель хранилища трус. Что ты на это ответишь? Ничего, солнышко. Просто посмотри на моего искателя хранилища на ринге. Посмотри, не сгибаем безбашенный стрим его. Начинает плакать и просить пощады и повторить еще раз. Хочешь узнать, кто здесь наш трус? Малютка. Так, стоять. Тогда туда. Машенька лжец, ему самое время начинает трястись от страха, потому что мы искатель хранилища. Да, парень, с тобой скоро. Не сомневайся, ребята. К концу этого турнира искатель хранилища что-то там. Окей. Так, перезаряжаемся. Большое свободное место. О, какой-то локейшн большая. А, не. Не такая уж и большая локация. Что у него с головой было? Почему у них голова шиворот на выворот? А нам показалось, походу. Кажись, показалось. Так, ну с этого камешек выпал. Камни это хорошо, потому что камни недорогие. Вот 2к просто изи. Просто изи 2000. Штаны не вполне твоего искателя хранилища. Макси, почему ты так уверен в его победе? Ты когда-нибудь слышал о парне по имени Капитан Финн? Король... Да, до встречи с искателем хранилища, солнышко, моему искателю хранилища удалось поместить над красавчиком Джеком. Победить коровомесов, убить первого пирата, распирать больше под... Терапита, так если ему что-то есть шанс выжить на этом турнире, к черту, турнир вообще надо плавать. Так это ладно, тогда вот как поступим. Сначала здесь, потом за той нижней. После спустимся за нижней. Ну да, видите, как раз мы побывали везде, считайте уже. А, все, найс. Я понял, что он залезть не может. Думаю, классно. Это какой-то паркур, слушайте. Манихопим. Серьезно, что за паркур?
Чё? А, работало. По-моему, лестница нерабочая. Думаю, найс, круто. Найс, круто, великолепно. Число что-то там, не понял. Мукси, ты ничего не хочешь сказать нашим слушателям? Конечно, хочу, я кое-что скажу остальным гладиаторам, участникам турнира. И все, его одно слово. Мамочка, Камар, Пистон. Если вы хотите пережить этот турнир, слушайте меня очень внимательно. Так они уже побеждены. И это слово... Бегите. Ну так я уже победил, алло. Короче, здесь просто место паркура, я понял. Паркур-мастер. Паркур-мастер. Так, теперь вниз. Так, скорее всего... Да. А, нет. Мокси, наш фанат хотит быть знатым. Максим! Мокси, Мокси! Тина, прекрати, Тина! Я хочу попасть в шоу! Я буду! Макси, кто это такая? Это наш тренер. Не беспокойся, она. Это шоу Тины, в главной роли игрушка Тина. Сегодня у нас в гостях мистер Торг. Мистер Торг, немного расскажите нам о себе. Ладно, Тина, мне 43, я остался короткоторцем. Так, время нашего шоу подошло к концу, я хочу поблагодарить мистера Торга. Так что ты хотела задать мне этот вопрос или... Тина сказала спокойной ночи, Макс, шоу закончилось. Черт твою мать. Так, окей, вот, последнее. Так, последнее. Итак, Макси, что вы исходили хранилище, намереваетесь сделать, если откроете хранилище? Лично я собираюсь вернуть на сцену, открыть новую арену, услышать, как толпа кричащая мое имя. Это будет просто волшебство. Если охранитель наверное, опять займется поисками добычи и генер... Ну, вернее, как обычно. Так, хорошо. Это выполнено. Теперь, арена. А, нам нужно с другой стороны войти. Все интересно тебе? Замечательно. Вы тебя замечали, мне как-то искать, хотя конкур. Сейчас мы... Так, как хочешь, выйти из Римча никогда не обманут. Мы все знаем. Так что, там открыть дверь. Выполним в этой миссии комаринку, убьем, и все. Вернуться на арену. Информация для слабаков. Я запер кузни. Так, кузни, он не потом выяснишь, потому что это ема. Стоять! А, по инвентарю у меня что? А то я... А, такой, мне еще места много. Так, подождите, а что я еще получил? А ну-ка, осмотреть. О, оружка от Мокси. Это тоже, да, кажется, оружка от Мокси? А не, от крошки Тины. Фиговая. Ну, это чисто на все на продажу. Просто смотри на нее, а чтобы помочь себе избежать уничтожения от... Я просто побегу. Я просто побегу. Найс. Ладно. Автоматчика сейчас грохнем и пойдем дальше. Все, побежали.
Короче, будем дробовик юзать на этих роботах. На этих роботах. Так, еще там генерируется. Так, хорошо, отлично. Бежим. Так, давай, открывай дверь, я понял. Воу-воу-воу. Короче, понял. Тихо. Ух, что-то их как-то многовато здесь. Ну мы быстро это сделали, ладно. Ой, Ридика, все, 50 штук. Отлично, теперь вы можете попасть в кузню. Разработок Касмут, это искатель без башен номер 2. Так, покинуть арену. Так, но мне все равно придется сбегать в магазин, продать все, что есть. И придумать, что дальше делать. Либо заканчивать серию. Войдите в кузню. Где она хоть находится? А, там я не был. Ладно, давайте, короче, тогда вернемся к Мокси. Это КМР, сообщение для искателя Нуберы. Я тире будущее. Вы, искатели хранилища, устарели. А я король мира. Не держите зла, я просто Н. Тебе 3. Так, чтобы будешь... Так, простите меня, простите тебя. Как ты думаешь, дорогие зрители, сможет ли опытный искатель хранилища взять верх над комаром с его юным так дурацким сленгом? Почти нареком, что? Но сделал вид, что ничего не слышал. И Камера на холодные пацаны, ему только что исполнилось 16, и он, естественно, думает, что победит. И казаться обратно, солнышко. Ух, ладно, короче, давайте все-таки вернемся к Мокси, закончим на этом серии. Только я думаю, как серию назвать, потому что... А что у нас в этой серии вообще было? Мы прогуливали собачку. Нашли ключ. Развешивали постеры. Да и в принципе все. Да и в принципе все. Да. Окей. Двокам. Ну, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.